смотрит на меня, такой, ничего себе, сейчас человек выключит запись видеотрансляции. Смотрю, типа, доступно только подписчикам, такой, ну нихуя себе он зажрался. А он вроде отменил уже, вроде. Я отменил это, конечно. Сап не могла. Разошел. А, ну. Не, когда у тебя прибудет, я в курсе держу, около 100 сабов, вот тогда всегда ставь эту. Да это тогда. Не, я тогда ставил, ну, знаешь, почём. Не, не забудь ботянькам отчислять налоги. Ну, самоход тебе в первую очередь, да? Сабами. Не, слушай, ну и Тессик еще там. Да Тесс, он, как, киданем его. С прогиба. Тебя на прогиб кину, понял, когда приеду? Я тебя в кровать кину. Будешь там лежать, вздыхать. Сори, я немножко это... Не, я бы приел. Трапу дай. Трапу. Ага. Не выходишь, блин. Скерился там по каналам с ним и так далее. От морды сейчас уйдите, но бы. Тесс не шутит. Потому что я видел, как он с мопсом базарил, я, блядь, думал, пиздаю, блядь. Да он с моим пипитром познакомится и уедет себе обратно там в Башкиркостан. Что-то первое, что мне пришло в голову, на самом деле. Надо это, стрим батл на Версус отправлять, короче. Не, это нереально интересный какой-то стрим. Таргет сенсор гоу. Два паки, давай. Давай, ну давай сейчас. Да, эти тонкие, у них 20 лямов хп, типа. Вы остальные не спулил. Найс, сделал. Рэди. А 19-й ключ, что ли? Ебать, нас зажало, сука. Майдию там взорвало. Да, зажало. Не, если бы я не умер в самом начале, то типа они бы сразу. А, вам тут сложно будет выйти. Я даже зайти не могу. Да мы выйдем легко. Пидорасили, пидоры. Да там просто. Давай, захили, проходи. Захили. Я туда не зайду. Я ШСом перепрыгиваю. А ты, слушай, перепрыгиваешь в эти лужи, ну типа. Нет, я прыжком могу. Смотри, вот. Все. Опа, видал, что могу? Неожиданный поворот событий, сука. Приехал, показывай. Приехал, это... загреть, учился. Ты так заебал, сейчас там не сфера, да сори. Ребят, сфера. Да не. Я влетаю, даю там проказ, все дела. Кота. Бам, пейте, труп. Давай, кота убиваем. И часового. Он дошел уже почти. Тесик готовит жаркую это, кору. Видишь, замолчал. Что-то задумал. Сейчас что-то жесткое будет. Вставай, Сандук. Да, аккуратно, блядь. Тихо. Нахуй, надо молчать-то, если вы не можете не отвлекаться. Надо сконцентрироваться просто. Давно пора. Ну, агрите, пока я поэт убью. Ой, заюзаю сверху. Да мы еще караульного этого убьем. Армсы сейчас получше, чем фурики. Чуточку. А, ты стан с тобой, рублей не было. Все, Сангок, юзнул? Да. Да, молодец, все. У меня есть спам на 3 секунды да, против этих механизмов. Можно пот выключаем. Надо против всех, а уешь как-то. Стан дай. Продлю дам массой. Под конец укрепления. Ну все, подавляющий пошел кставать. Так, сейчас я отведу, чтобы крови не было под големом. А у босика по списку как в десятке. Ну, может, и в тринашке. 365? Демоник самый к. Так, даю отчет. Два столба. Погоди, какой отчет столбы? Левый. Сейчас вырублю левый. Каникульта будет. Ага. Даю отчет. Давай, надо. Геру Майдея дашь, как босс придет. Дальше. Веду. Сейчас подведу к голему. После удара. Угу. Голема лучше не советую вам прям жестко клевать. Не особо бейте, почему? Просто почему? Так подклевываете и все. Вот сейчас выйдет человек. Тюрьму в дальнего часового. Да, с дальнего. Не, он будет спавнить эти вулканы, не надо. Ну и что? Мастан дал. По троим. Не, вот этого я вам советую убить, иначе пиздец. Жить. Пешок не завязал.
качество. Лучше не ловить. Диспел, диспел. Слушай, диспел? Нет. Быстрее, быстрее, блядь, умер. Ну пиздец. Вот поэтому я говорю вам, бейте ебаного моба, косты сбивайте ему. Я бью моба, у меня был КД кик. Я, блядь, за весь бой только я ему кикнул каст, нахуй. А куда ты диспел потратил? Типа ты ноги, прыжочки. ноги не надо диспелить. Норм, сейчас я с ним. Это не норм, блядь. Вот ну, на самом деле, да. Если мы хотим там что-то заниматься, блядь, нормальными местами там какими-то, то вот это нихуя не норм. Ну, если надо заниматься без стрима, что вообще, ну, спокойно. Вся точность. Самоход же все сказал правильно тогда. Да. Рез. Грибобас, ты подставил. Побежали. Ладно. На самом деле, самоход стоит. Ты клёвый. Чё, кто первый пак там будет взрывать? А чё там самоход бьёт? Самоход? Голема? Зачем? А я не знаю, зачем вы его бьёте. Слушай, да... А зачем ты его... 130... Нет, ты один единственный его бьёшь. Да, у него 160 лямов, я думаю, чё за хуйня, блядь. Шаутис, чё сказать. Да. Ну я не могу, понимаешь, я просто даже размутался, чтобы это сказать, пиздец. Настолько самоход триггер, понимаешь, я просто вроде, вот это вот шлюха хочет меня хейтить. Я его даже не трогал, ему ничего в его сторону не говорил, он начал какую-то херню нести. Ты там прозвище придумал, вообще... В смысле, какое прозвище, братан? Ты сам хорошо себе это прозвище дал. Вот пьем. Поехали. Первый стандом. Под конец костов бесов. Да, Тесик, от тебя такого не ожидал. Не, ну я знал, что ты пидор, но не до такой степени. Все, успокойтесь. Бейте мобов. Не хочу. Надо. Угли покикаем. Кикнули все. Ну, я кикнул угли одни. Нет, это тоже одни. Стан только сейчас откатился. Да хилится. Да я его вывел. На мост заходите или нет? Я... Сейчас пойдем на мост. Окей. Сейчас подагрим этих двух мобов, сведем и разовешим. 3, 2, 1, го. Через инквизитора. Угу. Специально так от голема держу. Да. Чтоб крови не было. Демоники всегда первых там. Хорошо. Слушай, а... Только у голема не ставьте это уже. Ну, видишь, как я их раскладываю? Все по-качественному. Я мост вам засрал. Это некачественно. Бля, пускай еще круг бегут. Бля, там было два чуда. Пускай бегут. Я уже пот выпил. Да патруль. Да не пускай, но мы время теряем. Вот сейчас они сюда прибегут. И под пулем их. 3, 2, 1. Дам, дайте скин стан. Там ловушка, кстати, есть у меня? Есть? Дам первый стан. Нету. Говорю, инста дайте, блядь, чуть не умер, на. Андрей. Косты кикаем, выводим. Ходи, ходи. Ну, патруль-то пулится. Даю стан. Это не лего. Это жизнь. Норм. Буря стан надо дать. Угу. Очень приятный стан дал, я только кастик. Сейчас надо импов добить, обязательно начинаем жить. Последний бес. Инквизитор. Ну, просто один. Там инквизитор глазиков наспавнил. Даю. Кастики всякие кикаете там. Угу. Угу. Нормально, Решка, все правильно делаешь. Говорит, я, говорит, сделал так, что когда еду на работу, могу твой стрим с телефона смотреть. Только я уже, говорит, 5 человек сбил, но пофиг, с тюрьмой буду стрим смотреть. С парком, бля. Да, сейчас. Че тогда? Хиль. Будем по ступенькам подниматься, чтоб лосить. Инквизитора надо играть по-любому. Не через красивость. Нормалос.
Бля, при, встаю, бегу. Вставай быстрее, быстрее. Отводите, отводите, сейчас поумирайте, нахуй, идите к при. А не туда, зря ты туда вообще повел. Он лоснул, типа. Ну, он то лоснул, понятно, что он. Хильсин был. Ну, это пиздец. А что за клоу надо снить? Полнейшее. Да не надо было как этот пулить, на самом деле. Все, чисто карательница. Конечно. Хули, конечно. Сложно каст заложить, или что? Она сама по себе не бьет, там только каст бьет и все. Че там, сколько хп у мобов? Карательница 150 лямов. Ну, многих-то, по сотке. Ну, а у голема сколько? Чекните. А как вы смахтаете все? Это я, да. А у нас каждый, блядь, забег кто-то ловит. Поэтому, да, сложно было спакнуть сегодня. Я просто не учел вот этот момент. Может, товары, блин, а че мы не юзаем? И цветок еще есть. Ну, так юзай цветок. Ты же можешь юзать цветок. Постоянно. На обход и хайди юзай. Обход эти паладины. А, демона поведведу к големам. 3, 2, 1, го. Это будет намного, мне кажется. Демона веду к големам. Следующего демона с товаров аналогично. Ну, еще и карательница рядом. Но пулить карательницу с демоном, Сангок, ты сейчас глупо сказал. В 19-м это слишком. А ластового демона ты спулишь с тем паком, где мы вайпнули сейчас. Угу. Ну, который... Самого ластового, который ударные волны будет вставать. Волны. И жирный голем, а да. Угу. На 5% отведу. Уже веди. Да, пора. 7, 6, 5, 4. Че, демона или карательница? Давай демона. Карательница? Аккуратно. Пулей сюда, пол. Карательницу? Каратинцу, мы же не будем ее пулить. Кайра, зачем ну, давай. Типа его здесь лосайте за стволами просто и все. Привет, тут через арку, да. Сейчас поставлю. Ага. И все, просто облизываем эту колонну. Вулканы не ловите. Они тут рядом. От чего-то спавнится. Так, а, ну эти демоны хоть боссы, боссом считаются, так что глазик будет, ну, обычным. В смысле? А, в смысле? Все, понял, понял. Угу. Да, глаз сейчас сюда бежит. И... Да, да, так же к демонам. Да, големов добиваем, а потом последнего мы добиваем с дефнига. Угу. Можете этот. Можете уже начинать дамагать, конечно. 3, 2, 1, подпулил глазик, веду. Что вставили глаз, видите? Да, только глаз набить сейчас. Отводи уже отводи. Да, сейчас. Луч пробивает достойно, Сангок, хиляй цель да, с лучом. Да, там луч, я 100% слоу и... Ну, не 100%, но... И лужа подминает эту кровавую. Мне луч пробивает. От лужи еще натикало. Еще я, сука, в КД6 не буду сломать. Прожми там MyDS вы тут. Нару, нару. Нару, бой, насмерть. Да, я прожал. Минус 20 все-таки. А мне похеру просто. 800 тысяч тикает, что-то. Базарь, сука, блядь. Все, молчу, это все, самоход, все. Прости, пожалуйста, мне я не специально. Мне показалось, что ты мамка, потом спалила, что материться. Все молчу, просто я самоход не слышу, к сожалению. К великому.
Все со мной такое было, когда тупо сидишь, допустим, горишь на дауна, включи и тут хоп. Вот пьем. Кратенько, не спун только аккуратно. Тест, тест. Где не тест, там прия промахнулся на них. В плане, по поводу, что случилось? В плане, что не успел прием. Сразу же прием. А, такое. Сейчас отведу ее маленько. Уже начинаю катить. Сейчас я покажу. веду потихоньку. Там сильно в здание уходит, там кредит карать так хуйня. Нет, она чисто там ходит, она к нам не выйдет. Да все, не базар. Она, видишь, она там до трупа только типа ходит. Так, а мы убили голема на мосту? Двух мобов убьем, если нет. Кстати, да, можешь подпулить даже вот уже, эти. Уже надо. Да, да. Го. Бля, это я... Я встань. Ёбаная, убьем демона быстренько, и суши встанет. Стой. О, как она хорошо из войды выпрыгнула. Сразу пуляй без отчета, только пошли и пуляй. Да, окей. Справа обойдем. На первую ходов. Центр, можешь пулять пока, да? Давай. 3, 2, 1, го. В кучку только станьте все, что нормально. Конечно, в печеньку. Сейчас я поставлю, все поставил. Первый каст, суши. Сам, да, суши, позвоешь все это? Да, да. Не, второй, кстати, вам лучше убить будет. Да, если бы. Ну или мы 10 хочешь, если надо. Вот сейчас сбивайте. Следующий матч. Кастует, кастует. Собьёшь, да? Когда они у нас в миле будут стоять, дам стан. 3, 2, 1, да. Продлю. Продлил, все отлично. Просто разъебали. Дать всем тумаков. Право, вверх. Вниз, вниз. Право, вниз схожу. Вниз, слева. Бей вверх. Я вверх, лево. Сангок, оставшуюся сторону чекай. Еще один. Все прожали. Нажали все точно, да? Да-да-да. Кого-то одного. Он был правильно, ты же самая правая снова. Все норм. Ну, без тех моих этих пулов, карательница и два моба, ну я неправильно их поставил сначала. А сдох типа от того, что не лоснул. Я не умер 4 раза, просто так. Не, типа, с карательницей это такая самая жёстенькая ошибка, которая была с пула вообще во всем инсте. Ну да, мы бы на плюс 2 дошли. Угу, о том и речь. Да мне не нравится этих двух мобов, суши, подпуливать. Они там кастят, их не поставить нормально. Ну, так такое, надо типа. Сказать, что ты молчишь. Ты скажи, да, что... я думал, поставлю по-нормальному. Че это как этот, как шалупонька, блядь. Тебе сказали, ты сделал. Не, там их надо пулить, типа, если мы именно быстро перейдем. Ну, я понимаю.
Это все хуйня вообще, дать стан, типа, в один момент. Это все, что надо сделать, дать стан за лосы каст, все. И нужна лоса тебе при этом тоже. Ну, типа, я понимаю. Там катошек, ну, тебя просто разъедет. Конечно. Типа, да, это нелегко, но это надо делать. На самом деле, если потренироваться, надо ходить чисто больших ключей. Ну так и есть. Если фармить, допустим, неделю чисто большие ключи, то потом, блядь, любые ключи таким говном кажутся, что это просто. Ой, ну я к двери уж побежал, наверное, пора там. Юзайте ключик. На вас там можно и рунку съесть. Небольшая проблемка, если юзай была. Рунка. Ну да, там кровь. Сейчас какое-то... Так, я похаваю. Какое-то свечение было не самое лучшее. Что-то не понял, что там происходит на улице. Ну да ладно. Че-то Тесс уже приехал, хуярит по окнам. Долбит. Долбит, да. Максимум, его что он Миша долбить может, это дырку от бублика. На том же месте держи его. Геру дашь? Иди. Воздыхатель, и ты улетаешь в бан после этого, если прокает 20-й собор. Да ладно, шучу. А может и нет. Да чё это за хуйня, мне хочешь, чё мне с кнопкой? Найди, не лови, пожалуйста. Да я не увидел её. ОЕшка. Или полоски, полоски, смотри сейчас. Второй порт. С нами копия рядом, аккуратнее станьте. Чтобы двойной дамаг не ловить. Выводи на. Да, да. Поставил лужу на Макс. Угу. Сейчас отведу. Выводи сразу, это люзичный, да, да. Ключ? Чё за инст? Чё за инст? Крепость. О, нормально там, слушай, вот.